Привет, мой любимый зритель, ты смотришь продолжение партии за Германию в Sid Meier's Civilization 6 на шестерых с последним обновлением и патчем и с режимом варварские кланы. Если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейди к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику, всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Кстати, очень хороший пример на самом деле вот эта наша партия. Просто понимание, кто что кому может сделать. О, лампунги захватили. Фалист куда был, правда. То есть вот тот факт, что... Мой ход просто двумя миссионерами распространить религию и завершить. Это просто именно дипломатический провал. Это не в развитии, ни в чем. Это просто дипломатический провал. Ну, блин, тут бесполезно сизерениться. Ты же выиграешь через 4 хода, там через 5. Поэтому будем биться до последней. Типа, как, ну, какая разница. Проиграю я по культуре или мы сейчас что-нибудь будем делать? Так, у нас стоит бомбардировщик. Покупаем. Наверное, строить маяк и вверх. Правда, у меня все везде построено. Давай дружбу. Не-не-не-не. Так она сколько там? Она смотри, смотри, индонезиец. То, что он посылает к тебе караваны, дает ему 25% к туризму. Я понимаю, что это, конечно, развитие там, то да сё. Но он вложился в туристическую победу. Ты можешь попытаться победить научной. Так он-то и по науке уже обгоняет. Что он уже обгоняет, обгоняет. Быстрее по науке закончит, потому что, ну, я если бы сейчас не вкладывался в культуру, то, возможно, бы я бы его чуть-чуть опережал, но так как я уже ходов 10 вкладывал так, чтобы не проиграли, и в итоге он за это время уже меня догнал. Тут на самом Джокер. Деле, я не знаю. А как? Кто паузу поставил? Индус. Это было не специально. Я вижу членя сейчас, я подумаю до конца хода и решу, как поступить. Ну... Шведу надо было там нас забирать хоть кого-то. Швед даже еще космобор не построил. Блин, может отдать этот под космопорт уже. Ой, под космопорт, под аэродром или под космопорт? Давайте космопорт, кстати. Может, сказать, пытаться его вернуть? Сделка.
Давайте 100. Индонезиец предложение. Подождем его ответа, потому что он сразу, если он согласится, то он сразу вернется ко мне. Угу. Подрыв плотины, вероятность побега, срыв ракетостроения. Такой испанский дух, когда так втихаря. Есть дружба, можно и союз. Молодец. Вот это, конечно. То, что там союз дает плюс к туризму, ну такое. Просто дополнительный бонус. Должен быть лохор виден вот отсюда. Отлично. Поплыл, кстати. Тут линкор в лохоре. Будем перехватывать его линкор. А, не видно лохор, блин. И не убило. Кайф. Там два было про контрразведку, я не собираюсь этого шпиона в контрразведку сажать, поэтому оставляем здесь субмарина. Ну, я бы, наверное, здесь продолжил субмарины делать. Проверим, что... Проверим, что мы везде построили плотину. Заканчиваю ход и наблюдаю за игрой чьей линии. Да, больше. Да, все норм. Оставляем как есть. Египет сильно отстает. А еще больше... Да нет, смотрите, Египет с Грузией на одном уровне, вот здесь где-то.
Мне, может, мне у кого-нибудь угля купить? А, мало у кого угля. А, линкор через две клетки стреляет. Ладно. Ладно. Моя любимая дамба. Я ее... ломаю, не знаю сколько раз. Индонезия. Дарвил, а ты в космос улетать вообще собираешься? Там вон Индонезия с Китаем полетели, а ты как-то стесняешься? Я вряд ли улечу. У меня помки мало. Я еще только космопорт строю. Швед что-то ответил, но я не услышал. Ходы закончились. Так, давайте в Магдебурге просто купим бомбардировщик. Блин, этот Кёльн просто задолбал. Ну его попень. Ну, я просто, ну, я считаю, конечно, у меня большие проблемы с территорией, где я появился, и, ну, я мог только тут Кёльн поставить, мы договорились, Ахетатон. Здесь, тут я Кёльн, но я не знаю, как мне можно было сделать, чтобы не отваливался по лояльности. Возможно, мне просто его не стоило ставить. Я даже ставил его, предполагая, что он будет отваливаться, но я... в надежде, что он будет положительно влиять на Ульм. Но по-хорошему для Ульма мне было достаточно культурного союза со Швецией. И он бы не отваливался. И здесь бы, скорее всего, никто город не поставил. И это получилось из-за этого
не было культурного союза с Турцией в итоге. В итоге война, извините, с Грузией. Блин, все, икота напала. Это часто бывает. Слушайте, реально какая-то долгая игра. Мы начали... Очень долго. В 8 утра, по моему времени. Сейчас 7 вечера. То есть это уже 11 часов мы сидим. Я понимаю, что там вначале долгое начало было, но тем не менее. 11 часов. У нас, видишь, у нас у всех не очень хорошо было поначалу с развитием. Блин, ты там культурой все еще не побеждаешь? Да не, у тебя без шансов. Не континент, по-моему, отсталых. Это весь мир отсталых был. Слушай, ну мы все равно мы фактически до 70-го года сидели, у большинства науки было меньше сотни. Мне, кстати, уже рассвело. Почему я не могу в Лахор перес... А, могу. Я там губернатора уберу. Ну, в общем, есть одна геотермалочка. Я думаю, имеет смысл открыть. Или даже больше. Ну, одно точно есть. Давайте глянем. Спасибо. Вот около Ульма. Все, да. Ну, надо открыть. Это нормальное. Слушайте, а что раньше происходит? Запуск колонии на Марсе или лунная экспедиция? Лунная экспедиция. Швед, а ты понимаешь, что если бы ты нас тут всех забрал, ты бы уже победил? Просто мирный, да, такой? Ну, я бы вас не забрал. Я не забрал вас. Ну, ты вышел в самолет. Леш, тебе уже тоже надоело, да, сидеть?
Да не, мне норм, просто тут очевидно, вот на нашем континенте единственный развитый чувак это швед. Он давно уже вышел в самолет, он мог нас всех тут забрать и, соответственно, выиграть, усилившись нашими городами. Я мужественно борюсь. Подожди, а он кто? Джокер Виктор Дуд, да? А индус, судя по всему, заснул. Так, кикаем, да? Есть кто против? Да нет. Отправлять его отдыхать. Просто индус реально заснул, не отвечает. Упал головой на руки перед монитором. Потом самого Челлини уничтожает, да? А, Челлини хитрый. Он с ним военный союз заключил. Кстати, грузин, ты зря. Сейчас, подожди один момент. Ты зря линкор вывел из города, он против бомбардировщиков работал. Да, это я знаю. Я думал, у тебя там одна подлодка. О, нет, у меня до хрена подлодок, я бы так сказал. Это мой уникальный юнит. Так, надо губернатора убрать. Лечится. Так, пора истребителем поработать. Слушайте, а мне нечем захватывать. Вау. Я тупанул, как всегда. Купим эсминца. Лахор вообще нет. Ну, вообще он может из-за фиф отваливаться, но в принципе мои города тут больше влияют. Блин, может в Магдебурге лучше космопорт построить? Подожди, что у нас с ураном? Около грузина. Кстати, мне грузина надо забирать. Вау. Просто, вот теперь мне просто грузина надо забирать. Не знаю, почему я в 2D переключил. А, кстати, это нормально, что я вижу твою субмарину в тумане войны? Возле Майнца. Ну, бывает, что могу сделать. Да, ну как, ненормально, но
Я знаю, такой баг бывает. Я таки построил корпорацию. У меня, кстати, в этой игре вообще не получается корпорацию построить. У меня нету 3 ресурсов. А у меня сахара сколько? 1, 2, 3, 4, 5. 5 единиц. Так что, как мне кажется, мне и перебить ее проблематично. Он в процессе вроде как. Блин, надежду, а плюс 100% получает все-таки у нас Индонезия. Да. Удача на моей стороне, что заспамнился именно этот ученый, а не какой-нибудь. Ну, тут на самом деле уже в это время там либо плюс 100%, либо плюс там 750 или 1500. 1500 уже взяли. Да, 1500 досталось китайцу. Ну, я считаю, плюс 100% круче. Должен улететь быстрее, по идее. Потому что у него промка получше. По идее, если бы ты шел в атомки и хотел его забросать ядерками, то он бы никуда не улетел. Тут ты либо идешь в улетание, либо в ядерки. А урана нет. Я тебе дам. Ну, проект есть, конечно, но я уже дружбу с ним подписал, да. А он за 20 ходов не улетит. Я как змей-искуситель, типа, намочи манту. Кидаю в Индонезию. Че, давайте хохмы ради плюс 100 производства в космопорте. Быстрее был. Ну да. А, это строительство зданий. Не пойдет. Да, тут даже нету космопорта. Священное место можно. Священное заповедник. Место. Нет. Заповедник, да, я за заповедник, кстати. Я тоже за заповедник. Бережем природу. Никто даже не попытался, кстати, наверное, дипломатии победить, хотя, наверное, можно было бы. Как насчет отменить все международные торговые пути с... с Челинью? Блин, я опять не успел проголосовать, ну ё-моё! О, я выбрался из темного века. Да ладно. Ну вот культурой он не победил, кстати. Что-то Челинью реально так был уверен, что он культурой победит. Ну он и рокеров, да, привел там. Пел.
А это знаешь, типа, а сейчас будет говорить, да, это такой мой тактический ход, это вот, чтобы ты там... На самом деле, если бы я не апал культуру, ты бы просто выиграл. Ну, типа... Потому что если бы я не начал строить центры вещания и... эти... проекты читать, то ты бы просто выиграл за 5 ходов. А все Лёша заметил. Молодец, Алексей. Потому что я даже прошляпил, на самом деле, что он культурой побеждает. Я сидел чисто... В смысле прошляпил? Чилил. Было сообщено, мне кажется, всем должно было быть сообщено, что осталась одна цивилизация для победы культурой. А я проскипал вот эти, ну, кружочки просто. А, ну да, там какое-то, какие-то сообщения дебильные присылают, да, кто-то побеждает, ну нахер. Это, знаешь, присылают какие-то письма из налоговой, да, вы там должны заплатить там что-то, вот это вот. Выкидываю сразу в мусор. Ничего, жировки приходят, а ты их так скипаешь, мусорку выбрасываешь. В морском бою, ну давайте. Так, прокачаю. Ну все, сейчас забираем грузина, на самом деле, но... Я не вижу, как она в этом поможет помочь, может помочь победить. Проект Манхэттен, торговцы, исследовательские гранты. Ладно, давайте торговцы сначала. Опять Кёльн отвалился. Боже, как он задолбал просто. Просто стоим. Почему у меня, интересно, Китай круче караваны, чем к шведу? Подождите, а где следующее? Ядерный синтез и дальняя связь. Дальнюю связь, потому что это ядерные подводные лодки. Я попробую ядерку все-таки в Челине кинуть. 6 ходов. Да, надо будет кинуть. Ну, блин. Ну, просто, честно говоря, с одной стороны, как бы не особо... В моем представлении это не особо честно, потому что... Я вот сижу на своем континенте, и мне вот эти вот ребята мешали все победить. То есть просто какая-то неадекватная игра. В принципе. И я сейчас приеду, кину ядерку в Челинью и победит индонезиец тогда, да? Но я просто надеюсь, что это как-то сподвигнет Челинью кидать ядерки в индонезийца. И у меня тогда будет шанс их как-то догнать. Но я в это не верю вообще.
Ну, посмотрим, ладно. Блин, а есть у Египта где-то плотины? Блин, Батуми не видно. Грузин, ты атаковал мой истребитель трипланом? Нет. Ну че, я просто не увидел надпись. Не заметил. Он был так быстро. Да. Военным лагерем. А, военным лагерем. Нету. Блин, реально у египтянина нету. А, вот в Эрзуруме. Ну, блин, это турецкий город. Ну ладно, отправлю. Просто нагадить.
Блин, швед апнул уже современных истребителей, расставил их по моей территории прям. Он готовит. Какой наглый швед. Ну. Да я Кёльн бомблю, от нечего делать. Мне вот интересно. У меня до 8 утра осталось 25 минут. Мы успеем закончить? Ну, я думаю, нет. Швед, ты можешь построить авианосец и приплыть китайцу с Индонезом. Нет, это слишком сложно. Мне проще в подлодке апнуться и кинуть ядерки, только у меня их пока нет. Ну, да. Это хороший план. Ну, кстати, в самой партии у нас как бы проблем нету. Я не знаю, почему мы так долго играем. Наверное, таймер длинный. Во-первых, таймер длинный, да. Потому что он там по 5 минут идет. Это очень много. Вот. Во-вторых, у нас было такое вяленькое начало. Ну, там часа полтора. После этого мы как бы нормально играем. Больше. Не-не-не, Леш, больше. Надо Цухуми брать. Было 426, стало 520. Ничего так, прибавление. Так, плотину.
Лабу отремонтируем. Так, кстати, мы всю карту видим. Кстати, в принципе, у нас континенты были приблизительно равными. Я так смотрю по территории. Ну да, там плюс-минус. Угу. Слушайте, у меня же есть хатуса, который мне как раз дает уран. Я, в принципе, термоядерку могу сделать. Я индонезийцу не буду помогать. Думаю, этого достаточно. Кубилай, грузин и ин... А, Ганди там у нас компьютер играет. Я просто смотрю, кто индонезийцу решил помогать. Почему он? Кто? Ну, вообще, честно говоря, Челинию я процентов 97 ставлю, что если ничего не будет происходить, то индонезийц первый улетит. Потому что у нее 100%, плюс 100%, то есть в два раза быстрее все это улетается, но... Я понимаю, что как бы больше науки, но это не намного больше. 576-623. Блин, у меня 575, я просто офигею, откуда у меня столько науки. Это ужас, это... Германия какая-то несбалансированная цивилизация, это просто бред. Просто бред. Швед, а почему твои какие-то каперы и подлодки около Майнца плавают? Лапнуться хотят. Ты все еще думаешь, что тут какие-то... Я на что-то еще претендую, да? Апнуться они хотят. Ну ладно, апайся, ладно. Тут я... Вот я в этой гонке ставлю на индонезийца. Я считаю, что он быстрее улетит, потому что у него 100%. Этот ученый. Монгол так нельзя делать. Чего? Подарки нельзя такие делать. Не по правилам. Я тебе гуманитарную помощь оказываю. Я хочу 2 очка дипломатической победы. А я от этой помощи отказываюсь. Да ладно. Дипломатиком не может никто не победить. Магдебург. Давайте королевское общество. Блин, даже не знаю, что тут лучше строить. Кампус или священное место? Ну, вообще тут жилья дофига. Давайте кампус.
вот здесь, потому что там священное место еще. Возможно. Вот убираем. Они свою миссию выполнили. Ух ты, у меня нехватка. А, поимся в современную, значит. Ну, нехватка нефти у меня. От ПВО, потому что там по случайным деревам технологии зенитка раньше, чем истребитель. Не, надо задействовать его. А, это максимум. Ну, Цукуми я вижу, ладно. От ПВО. Так, губернатора. Забавно, я захватил Ватикан, а здесь плавает еще галера и лучник Ватикана. Наверное, Вульм Виктора назначу. Понимаешь, там швед не особо влияет, но... Тем не менее... Блин, вертолеты какие-то, ужас, конечно. Просто какой-то мрак там. Сильно Батуми отваливается. 3.8 вообще изи. Ну, кто там первый улетает? Так, Челлини уже полетел на другую планету. Ядерка где-то уже строится. Давайте операцию Иви. Ну, прямо скажем, вот это веселое трио Грузия, Египет и Турция. Вот если бы я играл на них, не обращая внимания, было бы намного проще. Ну я на следующий ход уже буду вылетать, в принципе. Все зависит от того, кто быстрее прожмет эти ускорялки.
Ну, смотрите, у меня для вас двоих есть термоядерки. Но очевидно, что... Ну, это вы должны друг на друга кидать, а не я на вас. А я проблема в том, что я не могу просто их сделать. Я тебе могу дать уран. Хочешь? Это надо проект читать. А, то есть ты даже проект не сделал. Ну, молодец. Я почитал, ну, обычно. Так, ядерное устройство, чтобы сделать его, ну, на определенное количество ходов делается. Да ладно. Ну, я понял. Так я не успею просто его ничего сделать. Пока оно сделается, это устройство одно. Блин, что за жесть? Смотри, в ЦИЕ быстрее выигрывает тот, кто кинет ядерки на того, кто читает проекты на улет. Просто вот на будущее. Если вы вдвоем в одинаковом количестве науки в технологиях, и он идет на улет, вот ты видишь, он читает проекты на улет, а ты идешь в ядерки, то ты победишь. Ты просто кидаешь в него ядерки. Понятно. И захватываешь его города. Согласен, не спорю. Он просто не может ничего сделать в ответ, потому что он улетал. А ты ядерки строил. Ну, я же говорю, я изначально, когда увидел уран, ну, не увидел его. Правильно. Вот для этого играются ФФА. Вот в этом и прикол этих игр на ФФА Free-to-Play. Боже, как ФФА расшифровывается? Free-for-all. Free-for-all. То есть ты можешь попросить уран у других людей, которые надеются на победу тоже. И я бы тебе дал уран, блин, сколько хочешь, просто потому что я отстаю, потому что тут у меня свои проблемы были. Просто забирай весь уран и кидай ураном. Это опыт нужен, конечно. Поэтому я ж не спорю, я не сильно опытен в играх в таких сетевых. Ну и Швед, конечно, лайтово сыграл, то есть он никого на нашем континенте не захватывал вообще, хотя ему этого было бы достаточно для победы. Это в меня кто-то кинул ядерку? Да, я в тебя кинул и перехватил твой линкор, получается. Это в меня-то за шо? Так а в кого еще? Як за шо? За то, что ты Дортмунд зверски уничтожил.
Бывает. Pierre was right when he said that. Да, слушайте, Индонезия тоже уже полетела. Тоже быстрее. Ну, скорее всего, он быстрее, он на несколько ходов раньше. Это сделал. Опять нет. Египет, предложение. All the girls in the world were divine.
На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!